резкое похолодание на время вернуло к жизни песню несезонную, но, как заметил метеоролог по жизни Дмитрий Валурзенский, а кто знает, может, мы выйдем после концерта, а там снег уже лежит. Так что, я думаю, не лишнее будет как бы предвосхитить радостное событие. Один раз в жизни я видел такое природное явление, когда много лет назад из Свердловска ехал в Нижний Тагил, и, проезжая поваленный лес, я приехал в Нижний Тагил, где 3 дня в конце июня люди катались на снегокатах. Тогда наш мудрый российский народ сразу сказал, что Китай взорвал подземную ядерную бомбу. Грибы полезли большие, знаете. Вот. Ну, не знаю. Зашел с небес на город снегопад, разукрасил в белый цвет весь белый свет, и синоптики растерянно твердят, что такого не бывало много лет. Приутихли даже злые языки, что снежинки — это мерзлая вода, даже дворники лопат свои штыки отомкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой выйду я в город седой. Thank you.